Здравствуйте, наши подписчики. У нас был ролик, где мы показывали, что мы сделали нашим старым сараем и что у нас получилось. Мы планировали здесь сделать комнату летнего варианта. Вот у нас это получилось вот так. Это снаружи. Здесь сын сделал лавочку. Поставили два кашпо. Но еще не покрасили внутри небольшой верандочки. Но мы это сегодня сделаем. Это наша комната. Здесь у нас кухонный гарнитур. Газопечка. Стиральная машина. Холодильник, диван, ковер постелили. Здесь у нас стенка, но еще свет провел сын. Планируем поставить телевизор. Антенну тоже про это протянули. Кабель для антенны. Повесила шторки. Это стол. Он очень удобный. Он не такой высокий, но довольно-таки длинный. Наша семья помещается. И даже можем еще и гостей посадить рядом. Люстру еще сын обещал привезти, пока плафончик висит. Вот такая у нас получилась комнатка. Вода проведена. На терраску еще не прибили уголки. Пока некогда было. Цветы высажены все. Что-то цветет, что-то еще думает. Косили неделю назад, опять надо косить, трава растет быстро. Картошку пропололи и окучили. Внучки пропололи клумбочку, очень чистенько. Thank you.
территория пока еще цветет, ягод еще нет. Это у нас тайка. Курочки там не хотят почему-то сегодня выходить. Это две беседки. В одной беседке у нас стол. И лавочки. Здесь у нас тандыр. В этом году мы еще ничего в нем не готовили. Это кедр. Сперва посадили кедр, а потом решили построить еще одну беседку. В беседке печка, мангал, ну и тумбочки, полочки. Ой, что это? Два шкафа. Сирень цветет. Сажу очень много, больше 100 корней. Это гортензия. Вторая гортензия. Я их дважды удобряла. В прошлом году мы их посадили, и тот же год они зацвели. Здесь у меня розы, а между ними посадила гергии. Это турецкая гвоздика. Вот-вот зацветет. Это пион бордовый. Это пиончик у меня розовый.
Mm-hmm.